Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает один из основателей футбольного клуба «Анжи», заслуженный тренер России Александр Ашотович Маркаров. Большая часть жизни воспитанника бакинского футбола неразрывно связана с Дагестаном. Почти всю свою игровую карьеру он провел в махачкалинском «Динамо». В 70-е годы считался одним из лучших форвардов страны. После окончания карьеры игрока Маркаров в разные годы становился у руля команды «Анжи». В 80-е годы наставник основал в столице республики детско-юношескую футбольную школу, выпустившую множество успешных игроков, которые и сейчас продолжают играть в российском чемпионате. Сегодня известный специалист получает поздравления со всей страны. Но сотрудники спортшколы и юные ученики смогут поздравить своего руководителя позже. Чествование Ашотыча, как его привыкли называть в футбольных кругах, планировалось провести в рамках ежегодного турнира «Кожаный мяч». Однако в связи с последними событиями соревнования перенесены на август.